И сегодня мы ждем хороший футбол, интересный футбол. Действительно, Рауль Альбиоль, а нет, Пепе сегодня в составе и составит пару центральных защитников с Рафаэлем Вараном. В воротах Диего Лопес, вернулся в строй Икер Касилес, но пока не рискует. Игуаин номер 20-й, Жозе Мауриньо. Такие деньги, конечно, да, деньги наследство получили. Ну, Снейдер, мне кажется, подача Уэсли. Вот в избежание каких-то там проблем. И Кано, Мишель Анонье, Антони. И пустые ворота, забивай! Настрой у Реала бешеный. Вот что мы видим на первых минутах. Не Галатасарай давит, а Реал. Хедира в штрафной площади. Прострельная передача, 0-1. Тащи! Тащи! 1-0. Сьен вновь с мячом навешивает в сторону Гана. Есть проблема, бросается он в ноги. Подача в штрафную. Здесь удар. Драгба с мячом в штрафной. Понятно, он видел, в чем сила его команды. Подача. Финал. Роналду. Ну, что еще раз делают? Роналду. Благодарил их за все и говорил, что это мои лучшие друзья, и они ваши 7. Ура, кстати. Ура. Шапка тут удара, понятно. Подача в сторону Эммануэля. Давайте теперь. Сараю. Уэсли не дотянулся. Ну, Уэсли. В Мадриде. Понятно. Ну, теперь ясно, кто с кем футбол. Интрау или нет? И... Что, пенальти? Нет. Нет, фол в нападении. Нет, фол в нападении. И вот этот Сергей Карасев, французский национальный. Учит играть строго в обороне, у него это получается. Ну, запело. Ух, как упал-то Криштиану, обиделся на всех. И не торопится подниматься. По губам можно было переводить. Понять, Роналду. Что делается. О, как здорово! Блестяще! Нет, не забил! Ну, потому что с правой ноги бил. Потому что Фернандо Муслера в воротах, нет, извини. Потому что Ди Мария бил. Ди Мария Левано. Направляет мяч в сторону Хамита Алтентопа. И, ну, и таких больше, наверное, не повторит. Если в целом смотрелось симпатично. Была сумасшедшая пара. Бавария флангом и Галатасарай исключительно правым флангом атакует. О, вот под Снейдер это штрафной. Это под Сильчука и Нана. А, то есть это... Мяч попадает. Смотрим в перерыве. Я, честно говоря, скажу чет. Майкл и Сьен. Ну и тут прекрасная передача от Узила в сторону Муслер. Ну и Драгба должен был все прекрасно понимать, что выходит. Амид, подача с правой ноги, выпрыгивает Мелон. Будет устанавливать мяч у углового флага и исполнит. Карасев-то похоже. Алтентоп, здорово, Снейдер! Опасно! И вытаскивает, ну-ка, не вытаскивает, а фиксирует мяч в своих объятиях Диего Лопес. В опасной близости. Главное, не путаешь левую и правую сторону. Да, Галатасарай волнует. Вороны больше остальных. Драгба с мячом. Можно было попробовать, конечно, и получше пробить. ЭБО не жалеет Роналду, в который рад. И контроль мяча хороший! Но пока без момента. Что-то наклевывается. Мне кажется, на свой гол-то уже, наверное, Галатасарай по сумме вот этих... Партнеры, но... Опять ЭБО против Роналду. Вообще так по-хорошему я был уже наиграл на карточке. Франция 1-0, забив на третьей минуте. 87 минут. Бюлют! Будут! Видишь, ворот, но был рикошет, по-моему. Может быть, выигрывает команду Фатиха Терима. И надо забивать 5. Больше 5. И не пропускать. Ну, это вполне, чтобы это вполне пройти реально. Вполне реально. Да, это реально. И вот с надеждой вот на это чудо мы отправляемся отдыхать вместе с футболистами. Перерыв. Командного, что Галатасарай способен на это чудо. Эльвин, теперь расскажи об этом на нашем телезрителе. Ну вот, первый шаг к успеху, выход Нурдина Амрабата со скамейки запасных, который все начнется. Ожидания, конечно, другие. Это атака, Умут Булут с мячом, выждал паузу и выполнил пас в район центра штрафной площади. Выпрыгивает Драгба и фолит против Диего Лопеса. В обороне у Галатасарая. Риера слева, 11-й в центре. Кая, 26-й. Гёкан, 5-й справа. Трипепе, 3-й. Варан, 2-й. Лопес, 41-й номер. Будем видеть с вами. Сельчук может пробить отсюда. Выше мяч пролетает. Действительно, пролетел мяч выше, но браво болельщикам Галатасарая. Пресс-служба. Так вот, снимают и перерыв. Значит, не угадывает составом Игуаин. При здоровом и уверенном себе Фабио Алонсо, конечно, здесь надо было и успокоить футболистов, напомнить. От экрана телевизора ты не поймешь, что Галатасарай пропустил. Хотя бы забить гол, это тоже будет круто. Иди... Не в курсе, не знает. Расскажи, почему это может произойти. В матче прошлого
тура, чемпионат Турции, в предыдущие минуты. В атаке, пас, забивай второй, Роналду! Что ты делаешь, Криштиану? По-моему, неудобно переложил себе мяч слева и направо, нет, и как-то ну, там. Здорово! В форме обороны Галатасарая, Снейдер, передача, где здесь? Красно-желтый, ты здесь! Счет в матче! Не сдерживайся, не сдерживайся! Владение Галатасарая превзошел своего соперника, но это никому не интересно. Как здорово поборолся! Передача! Снейдер! Что ты делаешь? Убил интригу в матче! Это хотя фантастический такой промах Уэсли Снейдера. Футбол раскрепощен, но ничего не давит. Ответственность Алания с осени прошлого года. На Эммануэля Эбуэ. Подача с фланга. Другому. Просто Сабри будет меняться с Ивуарийцем. Он тоже, он никуда не уходит в матчах турецких команд. Настоящему. Передача штрафную. Но мяч попадает в стенку. Стенка сегодня непробиваема. Подача Гёкана Зана. Выпрыгивает выше всех Мело. Драгба. Удар. Поворот там нет. Все-таки акцентированным этот удар не получился. Что, мог бы быть, если бы хотел этот пенальти поставить, дать этому удару. Иварийцу! Ну, Сабри. Сабри пошел сам. Снейдер! 2-1! 2-1! 2-1! Галатасарай в матче прошлого тура чемпионата Турции проигрывал после первого тайма 0-1. Остался в меньшинстве, но во втором забил. Можно навешивать. Здорово, Снейдер! По-прежнему еще в полуфинале, да? Все-таки два мяча отыграть будет сложно. Криштиану! Криштиану! Муслера! Фантастический удар, Криштиану. Уже был бессилен бы помочь своей команде. Криштиану! Вот просто история нагада. С мячом Амрабат. Штрафная площадь. Галатасарай может третий забить. Драгба 3-1! Галатасарай! Есть шанс спасти эту встречу. Это противостояние. Драгба забивает пяткой. Если уж забивает Галатасарай, то забивает красиво. Бог ты мой, что происходит? Что происходит? Мяч обработал, может сыграть был вперед. Риер. Сегодня лучший бомбардир матч. Забивший. Амрабат лезет в обыгрыш. Нет. Первый гол в лиге. Не настолько креативен, как Эбуэ. Драгба с мячом. Офсайд, 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 офсайд. Я понимаю твое разочарование. Эльвин, у тебя побежала слеза. И на желтой карточке. Хотя чуть рисковать, да? Сейчас Реал пропустил несколько ударов. Пошатнул. Дал голевую передачу, но после этого... Роналду ушел. Удар по Муриню и их передач в игре Галатасарая. В основном через... Роналду, он отсюда может пробить. И вот такая ответ. Да, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Драгба выпрыгивает. Ну, я имел в виду вот Еврокубок. Ну, такой по-настоящему. Суперкуб, кстати, тоже обыграли Мадрид. Здесь Реал. И там еще в десятером Галатасарай играл. Дидье Драгба. Чук, хороший заброс. Нет, нет. Игроков, если уж я выпускаю Альбиоли. Амрабат. Можно бить отсюда. Один абсолютно. Удар следует. В ближний угол не точно. И не торопится Дидье Галоп. Думал, что будет голов много. Но просто... Но мне казалось, что Галатасарай будет вести игру. 3-2. Криштиану! Криштиану! Криштиану Роналду! Подача! Удар по воротам! Могли сейчас четвертый мяч забить? Ну нет, не могли. Турецкому Галатасараю. Именно благодаря ему сегодня было не скучно. Была интрига.